Йоу, братанчики, всем здорово, и сегодня будет просто топовое открытие контейнеров на сервере Cherry. Если что, я играю только на этом сервере, ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то ссылочка на игру будет в описании. Также вводи мой ник Сергей Миронов при регистрации и вводи мой топовый промокод хэштег Мирон, который даст тебе небольшой бонус. Также, ребят, вот победитель на 500 тысяч с предыдущего ролика, и также я запускаю еще один конкурс на 500 тысяч. Обязательно нужно подписаться на мой канал, поставить лайкосик и написать свой комментарий. Я желаю вам приятного просмотра, а кто кушает, приятного аппетита. Итак, друзья, вот мы уже, значит, на контейнерах, и сегодня, как вы уже поняли, будет открытие. Давайте посмотрим, какие же у нас есть контейнеры. Допустим, вот Китай, и мы за него ставим 2-1 КК. У вас недостаточно средств, не понял юмора. А во, все, отлично, пошло открытие контейнера, и посмотрим, что же нам выпадет с Китая, и сегодня мы откроем контейнер за 9 миллионов, ребята. Остается пожелать мне только удачи, и я надеюсь, это будет победа. Да, скорее всего, это будет победа, я искренне на это надеюсь. Фух, 10 секунд у нас уже остается, я надеюсь, меня сейчас не перебьют, остается 5... Ну ладно, я перебью, мне как бы несложно, только не знаю, зачем вот так вот бегать, перебивать. 3, 2, 1 и... Нет, это не окуп. Далеко не окуп. Да уж, у меня остается 12 миллионов, давайте посмотрим, что мы еще сможем открыть примерно на 3 миллиона. Тут какой-то небольшой баг с контейнерами. Опа, это за 9. А здесь у нас тоже за 9. Идем дальше. Здесь у нас что? Здесь у нас Германия, одежда. Ну, я не буду перебивать человека. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Ну, у нас здесь дичь какая-то. Там. Так, что у нас тут? Что у нас тут? За 9 миллионов Дубай. Опа, открывается 9 КК. Давайте посмотрим, кстати, что выпадет. Очень интересно. Остается 15 секунд. 11, 10, 9, 8, 7, 6. А он тупо ушел, ему пофиг, что выпадет. Ну, выпадет и выпадет, пофигу. Охренеть. Ну, типа, вроде это не окуп. Это Панамераш, да? Да, это не окуп, к сожалению. Но он особо много и не просрал. Поэтому, так, давайте дальше посмотрим, какие у нас еще есть контейнеры. Так, ну это я не буду перебивать. А здесь у нас что? За... Ну ладно, я не буду перебивать. Просит человек не перебивать его. И давайте же посмотрим, что там. Что там, давайте. Сколько там времени-то у нас остается? Ну, давай. Давай, что же тебе выпадет? Я надеюсь, что у человечка... Блин, у него та же самая фигня, что и у меня. Соседние это у нас что? Соседние. О, нас... надеюсь, меня сейчас никто не перебьет. О, Тимоха. О. Надеюсь, он меня не перебьет. О, Китай. Давайте еще и Китай откроем. Надеюсь, меня не перебьют, блин, пожалуйста. Так, что у нас тут? Перебили? А, нет. О, окуп, ребята. Изи, изи окуп. Мы вернули наши 14 миллионов. И сейчас вся надежда просто на вот этот вот контейнер. Остается 9 секунд у нас. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И это... Да, ну типа не особо огромный минус, но могло быть и получше на самом деле. Так, здесь уже сделали ставку. Так, 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 так. Идем дальше, смотрим, мы на этом не останавливаемся с вами, друзья. Так, тут ни хрена нету, тут у нас что? Тут у нас за 9 миллионов контейнер. Но, кстати, скин меня очень даже порадовал, мы окупились на 1 миллион. В принципе, мы сейчас не в огромном минусе на 600 тысяч, хотя могли уйти в наиболее большой минус. Но, ребят, впереди... О, давайте я поставлю.
сразу ставлю 990 тысяч и надеюсь, здесь будет окуп, ребята. Один раз мне уже на одежде повезло и надеюсь, повезет второй. Меня перебили, ну давайте я поставлю лям 100, раз, два, три, пофиг, я перебью. Я хочу его открыть, ребята, тем более к тому же ролик, поэтому, пожалуйста, не перебивайте. Спасибо большое за то, что ты мне пожелал удачи, ребята. Если мы сольем, ничего страшного. Реально ничего страшного. Фух. Я надеюсь, что я все-таки окуплю этот ролик, реально, потому что аж руки трясутся, особенно когда буду открывать контейнер за 9 миллионов. Это вообще жопа просто. Лям 100. Окуп. На 40к окуп. Ну, слушайте, ну все же окуп, мы не ушли в минус. Ну и что ж, ребята, давайте-ка, знаете что, откроем сейчас Дубай одежда. Ну, блин, хрен знает. Хрен знает. Ну, давайте, давай. А, ну, уже поставили, хотят купить, окей. Здесь у нас за 900 тысяч. О, 2 миллиона 100. Давайте еще вот этот контейнер откроем и перейдем уже к контейнеру за 9 миллионов, друзья. Блин, это реально очень страшно. Оставьте, плиз. Напишу заранее, чтобы реально не перебивали, потому что очень хочется побольше контейнеров пооткрывать, так сказать, для контента, ребята. Ну и для самоудовлетворения, потому что когда ты открываешь контейнер, и тебе не важно, будет слив или нет, ты чувствуешь кайф во время открытия, как минимум. Но если будет слив, конечно же, будет обидно очень. И да, это, кстати, окуп, друзья. Это окуп. Мы уже второй раз подряд окупаемся. И, блин, я не знаю, давайте посмотрим еще, какие есть контейнеры. Уже за... Давайте вот тут перебьем. Транспортные средства Германия. 2,2 я поставлю. Ну, если он перебьет, ничего страшного. Если перебьет, ничего страшного. Пусть открывает. Он решил оставить его мне, судя по всему. И, ребят, если здесь будет окуп, то я уже точно буду открывать контейнер за 9 миллионов. Реально очень страшно сейчас. Просто капец. 10 секунд остается. Блин, не перебивайте, пожалуйста. Умоляю просто. Окуп. Давайте. Пже-пже-пже-пже. И это... Да, это небольшой минус. Небольшой минус. Ну, ничего страшного. Ничего страшного, ребята. Мы еще верим все-таки в контейнер за 9 миллионов. Его, кстати, открывают. Капец, он открывает тут дофига. Давайте здесь я перебью. Давайте последний здесь. И за 9 мультов еще откроем. Я надеюсь, все-таки... так скажем... Останется контейнер за 9 миллионов, потому что тут человек открывает просто все контейнеры подряд. Капец. Все, вот сейчас это точно последний, и я иду открывать контейнер за 9 миллионов. Это 100%. Тут даже борьба идет за контейнер за 9 миллионов, вы прикиньте. Ну, я надеюсь, мне дадут, конечно, его открыть. Но пока что тут на мелкие они не бросаются. Только по 9к открывают. Тем временем остается 4 секунды, и я надеюсь, это окуп. Это окуп? Нет, это, к сожалению, блин, не окуп. Ну ладно. Ничего страшного, ничего страшного. Давайте поищем контейнер за 9 миллионов. И уже его тогда будем открывать напоследок чек. Мы в минусе на... Получается, сколько? 1,5, что ли, миллиона? Нива выпала кому-то. Так. А все, ребята, походу нету контейнера за 9 миллионов. Капец, как так? Я хотел так открыть контейнер за 9 лямов. Блин. Ну. Капец. А будут еще, интересно, контейнер? Мы так и не открыли за 9 миллионов контейнер. Блин. Ну, сейчас, может, что-нибудь да еще да и будет. Хотя тут уже навряд ли что-то будет. Тут уже, я думаю, навряд ли что-то будет. Но... Сейчас будем чекать, посмотрим еще. Ну, тут, по-моему, только бичевские остались. По 100 тысяч, которые... Ну вот, да, 250. Да. Судя по всему, все опустошили. Ну, ребят,
Мы за этот ролик делаем вывод. Мы ушли не в большой минус, и я надеюсь, вам этот ролик очень сильно понравился. Поэтому, если мы насобираем еще больше лайков, то я приду, подкоплю еще деньжат, и мы с вами просто много Дубаев откроем. Ребят, вся надежда именно на вас, на ваш актив, поэтому действуйте, ребята. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.